ओम ज्ञान तिलास्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाये स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ता Save Mister. Прежде всего, я приношу свои почтительные, безграничные поклоны к лотосным стопам моего Дикшагуру, Шишила Бхакти, Шри Рупа Сиддханти Госвами Махараджу, также моему Шикшагуру, Далё Прайшта Вишнупада, Штота Рашата Шиши Мат Бхакти Веданте, Шили Нарани Госвами Махараджу, а также всей Рупануга Гуру Варги, всему Саньяси Гану, Шри Бхактидан Говинди Махараджа, Шри Мадхав Махараджа, Шри Бон Махараджа, Шри Нрисимхи Махараджа, всем остальным. И всем Махараджам, которые не присутствуют здесь, Паривраджика Махараджа, всем Вайшнам и Вайшнаве. Нет английского перевода. Кришнадас Прабху, если ты слушаешь, зайди, пожалуйста, к Индумукхи Диде. Я ее здесь не вижу, и, соответственно, перевода может и не быть. Как говорится в этом баджане, Шри Чайтанья Махапрабху снизошел в этот мир с Дхамой и со своими спутниками. Шри Намачари Харидас Такуры, кто является Нама Татвачарей. Шри Рупа Госвами Раса Татвачарья. Санатана Госвами, Самбанда Татва Ачарья. Шрила Прабхупад, Сарасвати Такур, он спутница Шримати Радики. Сарасвати Госвами Прабхупада ки. Исли кабхи кабхи
Наш Парам Гурудев Шрила Бхакти Прагьян Кешав Госвами Махарадж. Спутник Шрила Бхакти Сарасвати Такур Прабхупада. Нет перевода. Так, Шри Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупад привел с собой очень много учеников, возвышенных преданных. Он инициировал их и просил распространять послания. Сквозь желание Шри Чайтанья Махапрабху проповедовать послание повсюду. И когда он совершал свой баджан и повторил миллиард святых имен, Шри Чайтанья Махапрабху явился ему и говорит: «О, ты здесь сидишь, почему ты не проповедуешь?» И тогда Прабхупад ответил: «Что мне, как я могу проповедовать, у меня нет ни денег, ни людей». И
И Шри Чайтанья Махапрабху сказал ему: «Не волнуйся ни о чем. Я устрою все для тебя, просто начни проповедовать». Итак, все, кто пришли к Бхактисиддханте Сарасвати Такур Прабхупаде, это все спутники Шри Чайтанья Махапрабху. Итак, Шрила Бхакти Ракшакшидар Госвами Махарадж, Шри Бхактисиддханте Сарасвати Такур Прабхупада даровал ему это имя. Тот, кто может проявить бхакти в сердцах преданных, бхакти ракшак шидар госвами Махарадж. Если мы понимаем объяснение имени, которое даровано, то мы тут же поймем, насколько необычна эта личность, необычная личность. Бхакти Дживана Джанардана Госвами Махарадж говорил Шинавадриптхаме, и многие его братья в Боге собирались, приходили к нему, и они обсуждали татву Шри Чайтанья Махапрабху. Это прекрасная сиддханта обсуждала с ними. Наш Бхакти Прагьян Кешав Госвами Махарадж говорил, он говорил, он обладал очень громким, могущественным голосом. И он также защищал все служение. И когда Бхактисиддханта Сарасвати Такур покинул этот мир, тогда воспевает этот баджан, поскольку Шрила Рупа Госвами Пад, сердце и душа Шри Чайтаньи Махапрабху. И тогда Прабхупад спросил его, каково значение этого баджана. Тот, кто будет продолжать линию Рупануги, Сампрадай. Каждый день утром. Это национальная песня Индии. Подобным образом все Гауди Вайшнавы совершают киртан очень громко. Если вы хотите, что-то написать, вам нужно обладать знанием рукописи, грамматики и прочих необходимых сопоставляющих знаний. Так Бхактисиддханта Сарасвати Такур. Он величайшая жемчужина среди Гауди Вайшнавов. И Шрила Бхакти Ракшакшидар Госвами Махарадж пишет этот баджан, который мы поем каждое утро, о его качествах. Суджанар Бута
Саджанарбута Радика Пада Югам. Пада Югам, здесь говорится. Начиная с первой шлоки и заканчивая пранамами сада, прабхупада падам. Эти линии равнозначны, что прабхупад сделал. Он проповедовал суджанарбута радхика пад. Суджанарбута радхика пада югам. Чьи лотосные стопы описывает, презентуя линию Шри Чайтанья Махапрабху. Линия Шри Чайтанья Махапрабху очень возвышена, необычна, и не сыскать такой линии ни в каких других югах, поскольку это Кали-юга, да, не Кали-юга. В эту Кали-югу, Данья Кали-югу, снизошел сам Шри Чайтанья Махапрабху. И что давал Шри Чайтанья Махапрабху? Шрила Прабхупад распространял то же самое послание. Дальше Бхакти Ракшакши Даргасвами пишет. Мой духовный учитель говорил, существует два вида личности. Одни обычные личности, которые встречали Шрилу Прабхупаду. Ришабхану сута дайтану чарам. Если вы воспеваете имя Шримати Радхарани в Ришабхану, а он на Яна Мани Манджари, здесь в играх Шри Чайтанья Махапрабху в мужском облике, он служит ему, а также он служит Божественной Чите ради Кришны в облике Манджари. И он распространял всю философию Шри Чайтанья Махапрабху. И всю жизнь и учение он Шри Чайтанья Махапрабху он написал в строках и писаниях. Thank you.
И вот здесь, в этом баджане, говорится, что сознание Шри Чайтанья Махапрабху, то есть само сознание Кришны, то послание, которое он принес, Шрила Рупа Госвами Пад. Описал Шрила Рупа Госвами Пад. Поскольку сам Шри Чайтанья Махапрабху не написал книг Гранд, он оставил лишь 8 стихов Шри Шакшаштаку. Он говорит, что необходимо воспевать святые имена Кришны таким образом, чтобы святое имя танцевало на нашем языке. Ведь святое имя — это необычная вещь, очень возвышенный дар. И он говорит, «Парам виджая тэши Кришна санкиртанам». В эту Кали-югу самые разумные люди что будут делать? Они будут присоединяться в движение Санкиртана Шри Чайтанья Махапрабху. Иногда мы испытываем замешательство. О, мне надо повторять гаятри мантры, поклоняться Богу Солнцу. Мы поклоняемся Богу Солнцу. Если разобраться значение гаятри, к примеру, Брахма Гаятри мантры, но все тепло, всю энергию, которая берет солнце, оно берет от энергии Шримати Рады Такурани. Поэтому мы говорим в мантрах про Чотаят. Это самое могущественное среди всех энергий. Это сама Шримати Рада Такурани. Итак, здесь объясняется слава Шримати Рады Такурани косвенным образом. Итак, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупад прославляет в этих стихах и в других гранхах всю миссию, весь дар Шри Чайтанья Махапрабху. Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Госвами Махарадж, его имя очень прекрасное, ведь он защитник всей линии Бхакти. И когда Бхактисиддханта Сарасвати Такур раздавал имена Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Госвами Махарадж, сказал, я буду Шридхар. Он сам выбрал это имя.
Как Шрила Гурудев раздавал имена своим саньяси. Мадхва Махарадж также выбрал себе имя, сказал, я буду Мадхай.